В доме номер 4 на площади Ленина в Афряново открыли класс компьютерной грамотности. Создан он в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Ранее с инициативой создания подобного класса выступил председатель Совета ветеранов нашего округа Борис Дудик. Еще летом в поселке состоялся опрос жителей, которые в большинстве своем поддержали эту идею. На открытии класса с приветственным словом выступил заместитель главы городского округа Денис Автоменко. Он поделился историей, как в свое время сам учился пользоваться компьютером и пожелал легкого и интересного процесса обучения всем пришедшим. Хочу вам пожелать успехов в учебе. Самое главное, чтобы вам это было полезно в первую очередь. Я надеюсь, что это будет полезно, потому что у нас век цифровизации, и не знать каких-то основ компьютера, это уже, к сожалению, недопустимо. Многие желающие уже успели записаться на обучение. Как правило, это люди почтенного возраста, которые хотят освоить навыки владения компьютером. Занятия будут проходить 2 раза в неделю, в понедельник и четверг. Точное время можно узнать на информационном стенде, либо позвонив по телефону 8-496-56-357-63. Кабинет в Афряново стал уже 5-м по счету классом для пенсионеров, которые хотят обучиться компьютерной грамотности. Ранее подобные классы открылись в Щелково, Монино, Медвежьих озерах и Гребнево. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.